Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Вушка, мы продолжаем играть на сервере Смотрим-то на B3, все как всегда. И как вы поняли, наверное, по превьюшке, позже по названию ролика, сегодня у нас нарезочка угарных моментов со свадьбы. Кто не знает, где-то неделю две назад я снимал свадьбу. Вон та, вам не послышалось, именно свадьбу, кто новенький, говорю. Вот, мы там, типа, у нас был фильм, РП-фильм, как по телевизору. Кто не видел, вот, вы видите скриншотик, заходите, посмотрите, очень угарный видос. Я его монтировал 3 дня. Как обычный фильм, просто по телеку, вы разницы не найдете, вот. У нас очень много было угарных моментов. Я решил вот сделать нарезочку, там повставлять, чтобы вы немножечко поугарали вместе с нами. Так что желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. Вы вместе встаете и уходите на кухню до холодильника. Идем. Стой. Блядь, где кухня? Стой на месте, вот на... Блин, я здесь сижу. Киноляп какой-то вышел. Кыш. Ебать, я упоротый. Мы типа в селе, а не в этом. А не в многоэтажке. Чё, ебанулся, в селе такая хата, блядь. Вот именно. Давай назад. Можете выбегать прямо и бежать, короче. Только не садитесь. А где актриса? Алло. Короче, подъезжаешь по немного к светлофору. Можешь ехать к светлофору. И его же светлофора сразу бочком налево. Давай. Бочком налево. Она будет идти тут. Потом она будет переходить дорогу, и вы тупо в нее врежетесь. Так сказать, любовь с первого взгляда. Гоша, заходи с лоу хп. Короче, ты подъезжай к Вайнвуду, а я поеду в бар. Мне надо набухаться, чтобы камеру шатало, типа, правдоподобно. Давай. Шибай нахуй. Стой, а ты переходи, так же должен. Открой. Давай, я типа свидетель. Нет, ты уходи оттуда нафиг, Иван. А вообще, как-то можно девушку положить? Ну, надо, чтобы она лежала, как бы. Как-то я знаю... Нет, это уже бред, серьезно. А ну стой. Как-то с каблука вышибаю там. На тебя въебало, блядь. И вставайте один возле головы, один возле ног. Стой. О да. Хотя я потом поставлю фейспалм в конце. Так что вот это. Давай её. Наяривай. Открывай дверь. Заднюю левую. На семерку? F5. На пятерку? F5. Бля. Закидывай. Нет, это топово. Бегите сразу в тачку. Садитесь и уезжайте прямо. Сука, там выезда нету. Уедь просто, я заставку поставлю. Короче, выходишь из дома и подбегаешь к кабану, понял? К фаре, плюс-минус, и там встаешь. Ебать, воробушки какие-то. Знаешь, там на забор ставят какие-то там фигурки. Типа того. Давай. Не, стой. Просто едешь, стой. Еще не едь. Нет, хотя можешь, да. Просто едь. Ладно, я пацанов оставлю в кадре, пусть вот будет. Теперь заезжайте сюда. Едьте. Да я больше тупо улетел. Вот тогда. Так смотрите, пыль, гроза, буря, эмоции. Прямо сейчас, на заднем сиденье. Давай медленно задний ход и уезжай туда, куда, ну, откуда приехала. Приехала. Давай.
сложна. Непонятно. Эй, подгонный. Ну. Дай. Ну. Все, он едет, короче. И Димон, едь сюда быстро. Нам тонировало, вот. Я не снимал, вообще я выключал. Вообще выключал. Все выключал. Чё, невеста будет другая? Ты что, тормоз? Не, сцепуха. Вот видишь, они сейчас вот это все запечатляют, видишь, фотографируют, снимают, потом ты увидишь, вот запомни эту сцену, ты увидишь меня. Это типа... Садись. Твой парень, да? Да, это мой парень. Впрочем, это уже совсем другая история. Так, вот так, стой. Уплывай. Стой! Назад! Это будет, короче, концовка, так что можете передавать приветы, Бабырам, давайте. Передаю привет. Кому? Ладно, короче, фиг с вами, не ставлю вас в конец. Не, ставь меня в конец, подожди. Для тебя конец ставить. Иваныч! Да задолбал, говори уже. Я просто это вставлю потом в начало, просто в интере там, где Иман. Иваныч. Что ты, Петыч? Какой ты Петыч? Я Лушкич. Слышь, Иваныч, у нас пивко еще осталось? Нет. Ты должен сказать, блядь, на, держи, потому что мы в магазин пошли, ёпер СТ. И бомж бегает, возвернулся прям. Это отдых. А, сори. Да мне похуй. Это батя невеста. А никто поворачивать не собирается. Да похуй. Ехали, едем. Едем! Водила нету. Не понял. Я какая-то фигня, я тупо выбросил, пен нормальный. А, нет, водилы нету. Долго еще? Сейчас заход. Какая-то пиздливая у меня жена. Дальше знаешь, слишком много пизды. Актриса, ЮПРСТ. Гоша, блин. Актриса! Ой, ФПС проседает. Ой, блядь, все в пизда. А у всех. О, посмотрите! Кого-то кикнуло, не? Едем, давайте, пацаны, едем, свадьба, давай! Давай, прям с этим, спаси нахуй всех! Эван, ты хоть не снимаешь, что здесь происходит? Я потом это добавлю просто в отдельную серию. Уезжаем прямо, давай гелик передний. Кокси, давай. Разъёбывайся. Давай, газу. Типичная свадьба. Жених вышел проветрить яйца. Ну нахер. Отец. Давай по-бурому, а то те уже все ждут просто. Посмотрите просто на эту линию. Не, это по-любасу попадет в бэкстейдж, пацаны. И все файлы наши тоже. Так что... Только мои файлы туда не надо. Смотри. Я тоже смотрю, снимаю. Хотите, я вам свой YouTube канал, да? Шок-контент, блядь. Куда ехать-то? Димон, там, где мы снимали же повоз экзибита, помнишь ту дом? Дом тут? Ну. Вот туда едь, короче. Бля, у меня вылетело, стой! Как благодарность можете что-то написать, там, сказать себе, я вставлю в ролик. Там передаю приветы, там т.д. и т.п. Что за неадекватно, блядь? Там, кто на гелике там, спасибо, там, привет маме, папе, я в телеке, там, т.д. и т.п. А ВК можно? ВК, не, нельзя. А мы, Инстаграм можно? Инстаграм?
Тогда, блядь, просто так напиши нахуй. Блядь, Алексей долбоёб был. Вот это, блядь, самое главное. Всё, похуй. Мне только он. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я придумал, что... Ну, передавайте привет. По-бырому передавайте привет, а то я ухожу. Короче... Привет, он не селектор. Всё. Привет, АМРК-777. Я тебе сейчас, короче, в ВК напишу, что написать, и всё. А Олежка ушел, да? Олежка ушел? Да, я тоже в ВК напишу. Он уже давно. Короче, Олежка, чуйко там. Спасибо. И всем, короче, спасибо, кто был на данном видосе, на такой МПшке. Всем удачи, пацаны, и всем пока. Пока.